Во имя бьющихся сердец ростовский цирк принял участие во всероссийской акции, организованной Росгосцирком. По всей стране состоялись благотворительные выступления для медиков, противостоящих коронавирусу. Цирк Донской столицы пригласил 520 врачей и членов их семей. Для них выступили братья Саунбековы на американском колесе и наездники-казаки под руководством Виолетты Александровой-Серж. Впервые на этом представлении аплодисменты звучали не только для артистов, но и для медиков.